Тож Володимир Кисличний, наш другий ранковий гість, вже в нашій студії. Володимире, доброго вам ранку. Доброго утра. Як настрій? Прекрасне настроєння. Як свята новорічні. Отлично, з Новим годом вас. І вас з Новим роком, дякуємо. От вам навіть подарочки від мене. О, прям зранку. Що це таке, розказуйте. Це календарики на 2018 год. Ага. Не повірте, в мене ще досі не було календарика. І в мене ще не було, дякуємо. Тут ви з гітарою, так, і сьогодні будемо говорити про ваш сольний концерт, який буде відбуватися незабаром. Скажіть, коли саме і чи готові ви вже? Да, уже готов, позитивный настрой. Это уже пройдет завтра, 12 января. Уже завтра? Да, уже завтра. Якраз вечером. Знаете, п'ятниця и якраз класна так, нагода провести із користю вечір в п'ятницю. Да. Розкажіть, чим буде вражати свого глядача? Значит, это будет большая программа двухчасовая. Это презентация всех трех альбомов, которые за три года записаны. То есть будет много интересных сюрпризов, которые ждут зрителей. То есть уважаемая публика в конце рабочей недели, перед выходными, положительные эмоции, будет заряд. Поэтому жду всех. Мы с вами познакомились, але я не знаю, в якому жанре вы выступаете. Вот, значит, жанр у меня традиционный рок. Но есть эксперименты с различными жанрами. Это может быть и джаз, и фанк, и блюз, и рок-н-ролл, и альтернатив. Традиційний рок и все, что вы перечислили с этой гитарой, акустичной? И акустическая, и электрическая, да. Во. То есть это постоянные поиски, интересные эксперименты, синтезирование жанров различных. Ага. И больше никаких музыкальных инструментов они не присутні, только гитара? Нет, не только гитара. Я, получается, когда студийные альбомы записываю, это уже инструменты и барабаны, и бас-гитара. То есть, вот. То есть основа. Концерту? И во время концерта были до этого акустические выступления на различных площадках. Ага. Вот. А сейчас вот, на этом концерте будет полное звучание. То есть это инструментальный подклад, электрогитара и эффекты. Угу. Вау. Это подклады, то есть вы не запрошуете других музыкантов? Сессионных музыкантов нет. Вот я сам, но с полной как бы, обоймой, так сказать. Как оно звучит в альбоме. И ваше будет гитарное соло, так? Ну, гитарная основа, да. Так. Рифы, вот эти все ритмические рисунки, аккомпанемент себе, и ну, вокал, гитара с эффектами, и все остальные инструменты, которые идут в подкладе. А я еще пропоную взять, чтобы мы не задавали зайвих питань, подивитися, потому что у нас есть видеоклип с вами. Я его попрошу зараз нам показать. И всем. Почули, друзі, власне, що буде завтра відбуватися? Я просто, спершу я думав, що ви просто музикант. Тут ще виясняється, що ви ще співак.
Тобто ви така многогранна людина. А що було першим? Дуже цікаво. Почали співати чи грати? О, да, интересно. Просто как раз вот начал впервые петь. Это уже 8 лет осознанно. Когда услышал на кассете у сестры нашел Агату Крісті группу и начал весь альбом в 96-м году подспівувати. Да, подпевать и понял, что какие-то есть возможности, что можно их развивать. И так потихоньку пел до 20 лет, и потом в 20 лет пошел до преподавателя по гитаре и вот по сей день работаю над собой, записываю песни, пишу новые и выступаю. Професійно гітарою займалися у викладача, так? Да. Чи були музичні заклади, чи тільки такі приватні, скажімо так, уроки? Ну, це частні уроки, так. Uh-huh. Да. Передаю привіт Віталію Васильовичу Геращенко. Привіт вам великий. Дякуємо так за такого виконавця. Щодо завтрашнього концерту, будуть виключно звучати авторські композиції ваші, так, чи ще й може кавер-версії на відомі хіти? І чи може до вас завітати якісь гості, знаєте, як на сольних концертах приходять, конечно, співають разом з вами ваші ж пісні? Все буде. Розказуйте. Все буде, да. Значить, в основному, звісно, програма це з трьох альбомів. Всі пісні прозвучать вот, авторські, але буде сюрприз, це кавер. Вот, один известный будет. Это секрет, потому что на концерте все приходите, и там все будет. Вот так завжди. Заинтригуюсь, заинтригуюсь. Так, кавер, кавер будет. Один будет кавер известный. Будут, что авторский. Еще? Также будет одна песня авторская, совместная в дуэте. Будет приглашенный гость. Мы споем ее в дуэте. Співак будет запрошенный, так? Або співачка. 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 Если... Кто ж це чарівна дівчина? Ви теж нам розкажете. Відома у Дніпрі. Зовут Наталія. У нас є несколько совместних песен. Вот, и мы споем в дуэте нашу вот, одну из них песню. Уважаемой публике представим впервые. Взагалі, чи складно готуватися до власного сольного виступу? Скільки взагалі часу на це пішло? Щоб зробити 2 години. Да, это такой интересный трудоемкий процесс. Есть много нюансов и технических, и организационных, и также эмоциональных. Очень много моментов, которые пришлось над этим поработать. То есть это где-то буквально 3 месяца я уже подготавливаюсь к этому концерту. 3 месяца? Да. Серьезно? И это ваш не первый сольный концерт? Вот это первый концерт. Это первый, первый да. Это долгожданное событие за много лет. Я бачу, у вас очі горять уже. Скоріше все правильно. Завтра хочу. Слухайте, до речі, так, тільки готувалися, і взагалі така подія. Чи є мандраж, чи є страх? Взагалі, які відчуття напередодні, тому що вже завтра? Эмоции переполняют, есть маленькое волнение, но это хорошо, что чуть-чуть есть волнение, это даже на пользу пойдет. Вот ощущение праздника. Вот завтра хочется подарить людям позитив, энергетику, драйв и так далее. То есть хочется зарядить и себя, и зрителей этим прекрасным событием. Напевно, відчуття таке, знаєте, ви сказали, свято, відчуття свята, як напередодні, знаєте, дня народження. Є таке? Да, буде такий, такой. Мені здається, міні у вас завтра день народження. Так, а те, що стосується аудиторії, які гостей ви чекаєте? Це ваші знайомі? Чи ви хочете знайти нові якісь знайомства? Це ваші прихильники, можливо, будуть? Вот как раз вы перечислили разные очень аудитории, потому что будут и родственники, и друзья, и знакомые, и слушатели, поклонники, которые следят вот, за творчеством, ждут новых песен, приходили уже и ранее на концерты, а также жду новых слушателей, которых, возможно, кто-то приведет с собой, познакомит с творчеством. То есть жду и новые, хочу увидеть новые лица тоже. А вже цього хоче кожен виконав. Розкажіть, будь ласка, ще цікаво взагалі щодо репертуару і взагалі щодо експериментів, точніше щодо експериментів, так? Що ще хочеться спробувати на майбутнє, в якому напрямку ще не працювали? Панк-рок. Панк-рок. Да, ну вот как раз несколько песен в стиле панк-рок есть. А что мы все вгадываем? Что-то скажем? Ну это хорошо, что да, прямо вот
чутко угадали насчет жанра, какая аудитория придет. Вот, да, есть несколько песен в стиле и панк-рок, и альтернатива. Вот, но мне в последнее время хочется записать альбом из песен, именно ремиксы. Хочется попробовать ремиксы сделать на песни. Я раньше на свои власні... Да, на свої на свої пісні і ремікс робити. Да, ремікс. Іменно альбом ремікса. Вот в последний где-то полгода назад родилась эта идея. Возможно, это в будущем воплотится. На данный момент сейчас концертом занимаюсь подготовкой. И получается, в новом году хочется также на несколько песен поснимать клипы. Слушайте, а вы пишете сам и музыку, и слова, так? Да. Музыку, слова. Звідки черпаєте натхнення? В основном это прослушивание различного количества музыки, это разные жанры, независимо там рок, там поп-музыка и так далее. Это большая палитра музыки с детства. Да, и это очень вдохновляет. Вот именно прослушивание там альбомов, синглов, что-то новое, что-то из ретро, и оно все соединяется в один. А чи є якісь у вас такі таємні місця, загадкові, в яких до вас приходить натхнення? Там, можливо, в місті якась кав'ярня, можливо, це вдома душова кабіна. Де всі співають, так, зазвичай. Так, можливо, у сні до вас приходить муза. Очень по-разному всегда песни там, могут прийти. И там, и там, да. Но в основном это когда идет активный творческий процесс, допустим, репетиции, подготовка к каким-то выступлениям, подготовка к записи. Также может прийти вдохновение. Вот я помню, пришел, первую песню на студии записал, и сразу же после того, как приехал со студии, пришла новая песня. Мгновенно, то есть вдохновила. Это в процессе работы, в основном, зазвичай. Да, да. В основном в процессе работы, это может в любое время, но в последнее время это, конечно, первое начало дня. И когда активная такая фаза дня, можно в движении, вот так по улице идти и быстро на диктофон, напел. И ну, ты как сегодня, так? Раном зустріли активного бадьора напередодні власного свята, и бажаємо, щоб сьогодні, можливо, до вас прийшло натхнення. Друзі, талановитий Володимир Кисличний сьогодні був нашим ранковим гостем. Анонсуємо, що завтра відбудеться перший в його житті сольний концерт. Скажіть, де і о котрій ще раз? Значит, концерт пройдет, уважаемая публика, приглашаю всех в рок-кафе, улица Князя Ярослава Мудрого, 51, бывшая Ленинградская. Вот. Начало в 7 часов, бронируйте столики по телефону 068. Ну, я думаю, знайде, да. Так? Там все есть, да. Кава обов'язково. Приходьте, друзі, і підтримайте наш дніпровський талант. Володимире, ми вам дуже дякуємо, вам тільки натхнення і вже великих сольних концертів, щоб Україна вас вся почула, і не тільки Україна. Європа і весь світ. Творчості вам.